В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой. И одна в углу говорила мне: «Молодой, молодой, пойди, кому говорю, сюда». И я шел, хотя голова у меня седа. А в другой красной дранкой со стен свисали ножи, и обрубок, качаясь на яйцах, шептал: «Бежи». Но как сам ни в пример не мог шевельнуть ногой, то в ней было просторнее, чем в той другой. В третьей всюду лежала толстая пыль, как жир, пустоты, так как в ней никто никогда не жил. И мне нравилось это лучше, чем отчий дом, потому что так будет везде потом. А четвертую рад бы вспомнить, но не могу, потому что в ней было, как у меня в мозгу. Значит, я еще жив. То ли там был пожар, то ли лопнули трубы, и я бежал.